привет. Я Мэтт Виггинс, и в ближайшие полчаса я расскажу тебе, как и ты можешь стать самым настоящим подонком. Мой испытанный метод гарантирует результат каждый раз. Все, что ты должен сделать, это следовать трем простым шагам, после чего ты сможешь испытать, каково это быть настоящим подонком, не выходя из собственного дома. Шаг первый. Пользуйся моей зубной пастой. Да, все так просто. Все, что надо делать, это при первом желании воспользоваться моей зубной пастой. Не пользуйся своей зубной пастой, несмотря на то, что она лежит прямо тут, в 3 дюймах от моей пасты. А может быть, твоя зубная паста закончилась, но ты ленишься зайти в магазин, который прямо напротив. И ты проходишь мимо него каждый день по пути на работу и обратно домой. Нет, даже в таком случае пользуйся моей пастой. И запомни кое-что, когда пользуешься моей зубной пастой. Никогда не выдавливай с конца тюбика. Всегда, всегда дави на середину тюбика. Хочешь больше уверенности в том, что ты настоящий подонок? Никогда, никогда не закручивай колпачок. Все усвоил? Да ты уже подонок. Но я знаю, что ты можешь и лучше. Ведь ты готов ко второму шагу. Следуй за мной. Шаг второй. Пользуйся моей проклятой зубной пастой. Почему бы тебе не пригласить свою девушку и не объяснить ей, насколько моя паста лучше твоей? Если тебе обидно, что ты единственный, кто заразился от нее гингивитом, халитозом и герпесом, не раздумывай. Но почему же только зубы? У моей пасты множество применений. Ей можно полировать серебро, чистить диски или просто выдавливать ее в раковину. Почему бы нет? Это же не твоя паста. Это моя проклятая зубная паста. Также намеренно игнорирую то, что у меня чувствительные зубы, и мне нужно покупать специальную, лечебную, очень дорогую зубную пасту. Кого это волнует? Никого! Ведь это же не твоя паста. Это моя проклятая зубная паста. А сейчас мне понадобится один доброволец. Представим, что вы чистите зубы. Погодите, это главная ошибка. Это ваша зубная паста. Помните, всегда давить из середины. Не убирайте. Помните, я вернусь позже, и когда увижу, приберу сам. Вам не о чем беспокоиться. Фантастика! Классно! Наконец мы подошли к третьему шагу на пути к тому, чтобы стать настоящим подонком. Пользуйся моей проклятой зубной пастой, блять! Вот и все, что нужно. Это так просто. И ты это знаешь? Потому что ты, блядь, пользуешься ей каждый день. Да тебе не нужен этот курс. Потому что ты уже закончил. С отличием, блядь. Надеюсь, ты счастлив. Ведь ты самый настоящий подонок. Потому что ты пользуешься моей проклятой зубной пастой, блядь. Ух ты. Ага. Слушай, добротно сделано. Ты это тут снимал? Ты вообще смотрел? Погоди-ка, ты на мою камеру снимал? Ну, да. Ах ты, подонок.